Рад всех приветствовать сегодня на своем вебинаре. Кто еще меня не знает, меня зовут Сергей Киселев. Я являюсь финансовым специалистом компании Amarkets, а также занимаюсь разработкой, тестированием, оптимизацией торговых роботов и индикаторов. Сегодняшний наш вебинар будет посвящен теме, как сделать автоматическую торговлю на Форекс прибыльной. Перед вебинаром подготовил небольшой план нашего вебинара сегодняшнего. Первым делом мы разберем отличие результатов на реальном рынке от тестирования на исторических данных, так как большинство трейдеров замечают такую разницу. Сегодня с этого и начнем. Далее установим торгового робота, загрузим архив котировок для дальнейшего тестирования нашего робота, протестируем нашего торгового робота, проведем оптимизацию, качественную оптимизацию, да, исходя из тех различий, да, которые даются нам на реальном рынке, да, на реальных торговых условиях, от тестирования на исторических данных. Грамотно протестируем робота после оптимизации. То есть данный метод, можно назвать даже методикой, да, тестирования, позволит до торговли на реальном рынке понять вообще потенциал робота, да, после оптимизации. Запустим, конечно, торгового робота нашего и дам от себя конкретные рекомендации, как более грамотно, более разумно подходить к торговле торговыми роботами. Итак, начнем. Разберем в самом начале отличия. Почему же результаты тестера стратегий, да, тестера стратегий, которые основываются на исторических данных, отличаются от результатов на реальных рынке, на реальных условиях? Первое отличие – это, конечно же, спред. Когда мы задаем спред в тестере стратегий при тестировании данных исторических данных, у нас спред является фиксированным. То есть он не расширяется с выходом каких-то, к примеру, очень важных макроэкономических показателей, да, с увеличением какой-то волатильности увеличения. То есть это большое существенное отличие. То есть на реальном рынке расширяется спред. Также на реальном рынке присутствует такое понятие, как проскальзывание. Это когда у нас сразу несколько, может быть, несколько пунктов, да, происходит перешагивание, да, можно назвать, котировок. То есть как таковые проскальзывания тоже существуют на реальном рынке, а при тестировании на исторических данных данный фактор отсутствует. Сегодня как раз таки разберем, как при тестировании, да, в тестере стратегии избежать данный фактор, да, то есть максимально приблизить тестирование робота к торговле на реальном рынке. Также на реальном рынке присутствуют реквоты, то есть так называемые повторы запроса котировок. Это когда нам сервер, когда во время отправки, точнее после отправки ордера на сервер, приходит новая котировка, и ордер не успевает исполниться по старой котировке, да, сервер возвращает нам реквот и спрашивает, можно ли открыть, хочет ли трейдер, либо робот, да, открыть ордер по уже новой котировке. Такая возможность в тестере стратегии отсутствует, то есть реквотов нет. И, конечно же, отсутствие гэпов на истории. Это на самом деле более такой, можно сказать, даже не технический фактор, да, а здесь больше относится к брокеру, который поставляет вам историю котировок. Существует ряд брокеров, которые просто на истории своей, да, они дорисовывают свечки, тем самым у них история полностью без каких-либо гэпов. И, соответственно, при тестировании робота на данной истории будут искажены реальные данные, да, результаты данных тестирований данного робота. На реальном рынке, конечно, гэпы присутствуют, и они существенно влияют на торговлю. Что касается компании Amarkets, то в компании Amarkets максимально приближена история, то есть она абсолютно точно такая же, какая была при торговли на реальном рынке, то есть гэпы на истории, конечно же, есть. Итак, перейдем к тестированию торгового робота. К теории вернемся чуть позже. Для начала нам нужно
произвести установку нашего торгового робота. Компания Markets представлена довольно-таки обширная база торговых роботов, которые имеют место быть в использовании, да, которые показали уже какие-то результаты, довольно-таки неплохие результаты. И каждый клиент компании Markets может использовать вполне бесплатно, да, наши роботы, ну, которые мы предоставляем, и начинать зарабатывать уже. Данные роботы находятся в разделе «Лаборатория», «Торговые советники». Загружается страница. И здесь происходит у нас весь список торговых роботов. То есть можете посмотреть их доходность, максимальную просадку, рекомендуемый депозит, который автор данного робота рекомендует, да, торговать. Мы возьмем сегодня самого популярного торгового робота. Это Нострадамус. Он у нас идет на первом месте. Разберем ряд вопросов также по сегодняшнему, по данному роботу, которые клиенты чаще всего задают. И протестируем его, оптимизируем и посмотрим результаты. Для того, чтобы скачать данного робота, вам нужно нажать на кнопочку «Скачать». Загрузилась страница с данным роботом, с его описанием, с техническими характеристиками. То есть мы видим, автор рекомендует использовать пару евро-доллар, рабочий масштаб H1, минимальный размер депозита 500, минимальный размер лота и какое кредитное плечо использовать. И также у нас есть установка торгового робота. В принципе, здесь есть краткая инструкция. Нажимаем кнопочку «Скачать» и скачивается робот. Я его уже себе заблаговременно скачал. Полученный файл после скачивания вам нужно разместить в разделе «Файл», «Открыть каталог данных». MQL4, папка «Эксперт». То есть в эту папку нужно будет поместить вам файл с данным роботом. Файл он выглядит вот так вот. Нострадамус должен находиться в данной папке. После того, как вы скачаете и установите робота, вам нужно будет перезагрузить терминал. И после этого робот появится у вас в списке торговых роботов терминала. То есть список находится у нас в разделе «Навигатор», то есть вид «Навигатор», в разделе «Советники». Вот у нас появился Нострадамус. Значит, установка прошла успешно.